Так, ну что, следующее задание. В тени поместья. Значит, встретись с Себастьяном в Пелкрофте. Вообще не понимаю, где это. Сейчас посмотрим на карте. О, смотрите. Посмотрите, где это, боже. А у меня нету огней, чтобы туда телепнуться. Ну давайте, давайте телепаться туда, куда могу. Телепаюсь сюда. Так, ну что, погнали, повеселимся, паучков побьем. Там вообще целых 8 заклинаний можно использовать. Блять! Бум! Он упал вообще. Прикиньте, упал и, короче, разбился тип. А, я же еще могу использовать другие заклинания. Смотрите. А, это враг был? Я хочу разобраться с ним. Иди к папочке. Иди сюда, братан. Слишком жестко я его наказал. У меня просто древняя магия была. Подождите, а что это такое? Это мне надо. А господи, что он открывает какую-то дебильный этот стимовский клиент.
Ну слушайте, уже заклинаний на две этих надо, надо теперь новую поставить. Можем повоевать с ними, кстати. Давайте повоюем.